Не надо! Это что такое? Это снег! У-ху! Я хочу сердечко нарисовать. Никак. Ай-яй-яй. Вот. Моя хорошая. Я 3 часа была посвящена музыке и занятиям с педагогом по вокалу. Поэтому была не на связи. Вышла, увидела снег. Ну вот и для меня настал долгожданный первый снег. Зимой вас, друзья. Надо, кстати, менять резину. Надо менять резину, точно, надо поменять резину. Сейчас таки давай. Читала ваши комментарии под последним видео. Так приятно, что меня поддерживаете. Я учусь, я занимаюсь педагогом по вокалу. И действительно, за два года есть огромный рост в профессиональном плане. И приятно, что это вы тоже слышите. Мне как будто бы сейчас по головке погладили сразу же. Столько сил возникает. Дальше работать, учиться. Работать, работать и еще раз работать. Нет предела совершенству. Я только начинаю свой долгий, интересный путь. И хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто со мной. Спасибо всем тем, кто со мной, кто верит в меня, кто чувствует меня, кто... Спасибо, кто со мной, спасибо. Всем привет! Сегодня у меня романтические локоны от стайлера Bellissima My Pro Beach Waves. Помимо того, что он экономит мое время, он еще помогает создавать разное настроение. Девочки, кидаю активную ссылку сюда. Всю ночь не спала. Глазки опущены. Я мотаюсь уже с утра по делам. А сейчас еду на репетицию. Ну что, я в зале. Ромка, ты готов вообще? Да, я всегда готов. Что мы сейчас будем делать? Ну, как, что мы будем? Кофе пить. Ну что, растанцевалась я. Щечки красненькие, вся мокрая. После репетиции 3-часовой к моему шоу. Принимай меня. Сейчас покидаю вам бумеранги. Пока не могу все показывать. Прям настоящая что это Zara. Вот все мои подписчики узнали, что я хожу в Zara. Кстати, Zara очень классный бренд. Имейте в виду. На заметочку берите. Ростов. В вашем городе 2 ноября состоится финальный концерт под звуки поцелуев, потому что дальше я буду работать уже новую программу «Принимай меня». Поэтому жду вас всех 2 ноября. Ссылку на билеты кидаю сюда. Свайбай.
как спать охота. Вот вы мне все говорите, откуда у меня столько энергии? Что мне делать? Сейчас я отвела шоу, еду дальше работать. И сегодня буду сниматься 3:00. Проснулась. Не спится мне. Те байки со мной проснулись. Взяла книжку. Абсолютная память. Буду читать. Внутри было тихо, как и ожидалось. Но слишком тихо, и это было неправильно. Тогда он этого не почувствовал, и потом не раз задумывался, почему. Одна из многих ошибок, которые он допустил той ночью. Ну ты кто ко мне пришел? Легло на меня. Это надо ее чесать сейчас. Ну что за сказка вообще на улице? Просто такая красота. У меня сегодня целый день разъезда, репетиции, вокал. Сейчас еду на вокал. Всем хорошего дня. Сегодня в 23:30 стартует последний сезон шоу «Деньги или позор». Я, конечно, туда не ходила и не пойду, но интересно всегда посмотреть. Так что не пропустите в 23:30. На манеже все те же. Это моя репетиционная база. Антон, подключай давай мне все. Уже все готово. А, только из автомата кофе. Когда целый день репетиции, нет времени даже сходить в ресторан, на помощь приходит мой бусфуд. Так, что у нас тут? Сейчас посмотрим. Кофе. А поесть буст Цезарь, любимый. Приятного. Понедельник – день тяжелый. С одного зала в другой был вокал 4 часа, сейчас будут танцы. Каждый день идет подготовка к моему шоу «Принимай меня». 18 ноября, Крокус. Ну что, мои любимые, мой рабочий понедельник, не выходной. Подошел к концу. Сегодня была репетиция вокальная, танцевальная. Сейчас время легкого ужина. Люблю. Так, я почти готова. Через 20 минут иду в кадр. Антон делает вид, что его здесь нет. Прекрасная суббота, прекрасное начало дня. Да. Да. Вот такая сегодня. Это костюмчик от Ольга Бузова дизайн. Посмотрите, такой вот. Такая юбочка, пиджак. Очень красивый, да? Я уже бегу в кадр. Дальний Восток. Вы сможете увидеть меня в прямом эфире на центральном телевидении НТВ. Так что включайте. А сегодня вечером Москва в 19:00. Костюмчик от Ольга Бузова дизайн. Сережки бижуру. Красиво.
красивая. Пока есть время, рассказываю. Юбочка на талии. Такие вот бубочки из жаккарда. Пиджачок тоже с пуговичками. Ольга Бузова дизайн. Знакомые коридоры. Все, мы бежим в кадр. Спасибо. Так что включайте НТВ и слушайте. После съемки забежала в Бусфуд, встретила друзей. Ты заказал себе, Никит? В Цезаре капучино, мое меню. Да. А ты заказал я, все, что? Да, я тоже в Цезаре. Так иногда хорошо забегать спонтанно в свой ресторан. Смотрите, сколько народу у меня. Мы с Тимуськой открываем, что нам тут прислали. О, Оля! Приглашение. Вау, как красиво. И даже сладенько. И альбом. Будем слушать? Да. У нас есть первый, это второй. Я приехала на репетицию. Парни, у нас очень хорошо. Записала сториз без звука. Еще раз расскажу. Я на работе, приехала после танцев, перевела себя в порядок. Ну, не я, а девочки меня привели в порядок. Ой! И бегу на лобное место. Надела очки, потому что от линз уже там болят глаза просто. Так что я такой очкарик. Ну, мне хорошо, да, очка? Все, пошла. Ехал. Я Билли Джайс. Ты знаешь, где ты будешь 18-го? Ой, ты покрасилась красиво. Я готовлюсь вообще-то. А, да? Да. Ты знаешь, где ты будешь 18-го? Я буду на крутом шоу «Принимай меня, ты». Я не удержалась и столько красоты для вас приготовила. Сейчас покажу. Посмотрите, какие футболочки. Миром правит любовь. Красная, черная, беленькая. Моя любимая, спасибо. Я не знаю, мои родные люди чувствовали, понимали и ощущали мои нервы. Сейчас я готова, я хочу минуточку внимания, я хочу сказать очень много. С которым мы 14 лет назад работали по клубу за 50 тысяч рублей. И он верил в меня, и он говорил, что я лучше, и он говорил, что у нас все будет хорошо. И он... Кто тебя продюсирует? Кто вообще, что, кто этот человек? Вот моя команда. Я только делаю
шаги. Поверьте, то, что слышит он, не слышит никто. Мне очень приятно, на самом деле, вокалисты и артисты мне... Смотрите, какие красивые все!
сил. И мне не нужен сон, мне не нужен никто. Трёх понимок, и кроссы положим, и я знал, что меня ждёт. Я знаю, что если мы не общаемся каждый день, если мы не...